Всем привет! Меня зовут Никита. Для того, чтобы поднять настроение, надо танцевать. Только посмотрите, разве после таких движений кто-нибудь будет грустить? С Новым годом! Здравствуйте, меня зовут Кира. Я знаю, как поднять настроение. Можно испечь печенье в форме елочки и снеговика. Елочку можно украсить глазуревыми шариками, а снеговичку сделать шарф. И каждую неделю придумать новые рецепты печенья. С Новым годом! Всем привет, меня зовут Кирилл. Я знаю, как поднять настроение вам и вашим близким. Можно собраться всей семьей на выходных, за столом петь новогодние песни. И если вы забыли слова, можете затянить свою. Она поднимет вам настроение и вашим близким. С Новым годом!